Где зацепился? Где зацепился? Вот. Аккуратно достань его. Ну эту отпускаем просто. Отпускаем? Да. Почему он же маленький, нормальный? Да нет, все равно. А если мы больше не поймаем? Так, моя удочка бьется уже вовсю. Так, сейчас вот тут моя поймает, походу. Собрал. Это отпускать. Вот сейчас я покажу, хорошо ли. Вот это сейчас будем отпускать. Так, это первая рыба наша была сегодня. Так, вот сейчас курундукарик. Вот вы смотрели. Кстати, вот он еще не убежал. Вот еще одну рыбку поймали. Это уже вторая. Вот так, люди здесь за весь день одну. Сухлабил. Вот уже вторая рыба. Короче, они одинаковые оба, да? Не-не-не. Это вообще другая рыба. Да? Ладно. А что он, да, союз? А что он? Ирмила. Вот еще одну поймали, уже третья. Только что, но она уже поменьше, чем где. Да, подожди ты. Не нервничай. Да не нервничай, ну ты что, что ты так? А же вот она. Поймали еще одну. Так, сейчас ее будем тоже отпускать. Так, вот еще одну поймала, она маленькая. Так что отправим ее. Ну, мы все равно хотели пустить. Короче, прощай. Это уже по счету четвертая. Или пятая чар уже два уже. Сейчас будем отпускать его. Сейчас будешь отпускать, да, его? Думаю. Я тоже только что на свою дочку поймал большого. Большой тяжелый он был. Но, к сожалению, я уже на берегу пустил его. Вот такой косяк с моей стороны случился. Ну все, вот мы уже уезжаем обратно. Так, дальше не смог снять. Мы еще поймали две рыбы. Или три даже, забыл еще, кстати. А после этого, как я отключил камеру. Но так как уже было темно, нужен был мне телефон, мне пришлось вырубить. Как бы запись прекратить и спокойно заниматься новым любимым делом. Вот так. Всем, кто посмотрел ролик до конца, большое спасибо. Будем стараться делать новые интересные видео из Австрии, дальше в целом в Европе и в мире. Вот так. Всем пока. Ассаламу алейкум.